кажется, не успеем. Сейчас нет. Андрей. Андрюха. Я уже 5 дней дома не живу. Внимание, на наших соревнованиях сегодня присутствуют почетные гости. Президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов, генеральный секретарь Международного комитета.
And welcome to our Thailand guests. Здравствуйте, дорогие друзья! Вторые игры Азии. В фокусе нашего внимания замечательная гора Югус, видная со всех окрестностей центра не менее замечательного города Междуреченска, втиснутого между Томью и Усио, один из российских и когда-то советских горнолыжных центров. 500 метров над уровнем моря возвышается вершина этой горы. Все те, кто сейчас интересуется и смотрит этот вид спорта, наверняка разными судьбами здесь оказывались. Ну, по крайней мере, ваш покорный слуга в свое время тоже провел несколько драматичных дней и недель на склонах этой горы, поскольку, повторюсь, здесь замечательная спортивная школа, здесь центр горнолыжной активности, здесь очень любят горнолыжный спорт и трепетно выращивают резерв этой дисциплины, а потому детские, юношеские соревнования здесь всегда были важным фокусом действия. Итак, первый день соревнований, гигантский слалом, классная сибирская, почти весенняя погода, минус 8 градусов, практически безветрие. Ну и вы видите, что со снежным покрытием все в порядке, трасса готова.
Поскольку много десятилетий, и эта спортивная школа принимает соревнования, и город их организует, здесь уже приготовлены склоны для разных дисциплин, и скоростной спуск, почти полуторакилометровая дистанция, и гигантский слалом с таким удобным для подростков рельефом. 1200 метров слаломная трасса вполне себе сочетающая и соревновательные задачи, и тренировочные задачи здесь тоже имеет место быть. Ну что, в стартовом протоколе сегодня у нас 33 девушки. Мы с вами следим за состязаниями атлетов в возрастной категории до 16 лет. В основном, конечно, это российские атлеты из разных регионов нашей страны. Белоруссия, Киргизстан, Узбекистан. Приехали сюда спортсмены из Таиланда. В заявочном протоколе есть спортсмены из других стран, и Таджикистан, и Афганистан. Все это объединяется под логотипом «Дети Азии», и турнир только разгоняется. Желаем ему 5, 4, 3, 2, 1. Удачного пути. Анна Супрун отправляется на трассу. Отправиться на трассу под первым номером. Сейчас пока открывающие работают на этом гигантском слаломе. Важный турнир для этих спортсменов. Безусловно, к нему готовились. У ребят вообще очень плотная жизнь, потому что это все-таки подростки, которые входят в жизни, должны получать и обычное образование, и, безусловно, очень много амбиций в спорте. Хочется понять, что я умею, чего я могу добиться, где мои горизонты. И вот эта возрастная отметка 15, 16, 17 лет. Это, конечно, очень важная точка, как раз разворотная точка в принятии этого решения. Если у меня ресурсы для продолжения карьеры или нужно уходить уже и становиться профессионалом в другой сфере. Небольшой ветерок сейчас на дистанции. Номер один на старте. Жду команды. Ну что? Всем удачной дороги. Анна Супрун отправляется на дистанцию, Уральский федеральный округ. Стартовала участница под номером один Анна Супрун, Уральский федеральный округ. Итак, формат уже привычный нам. Это техническая двухпопыточная дисциплина. Трассы будут меняться. И время, показанное на этих дистанциях, будет складываться, и так определяется победитель. Во второй попытке ребята будут стартовать в обратном порядке. Классный сегодня, очень цеплючий снег, и вы видите, что по свежему снегу нужно работать в таком хорошем балансе агрессивности и мягкости. Спортсменки. В общем, в целом этот баланс сейчас соблюден в такой, в низкой, сбалансированной стойке. Она движется по дистанции, старается не заваливаться ни вперед, ни назад. Минуту 09:32. Результат участницы под номером 1 Анны Супрун 69:32. Two.
4 спортсмена в этой команде будут выступать. Мария Лагузова из Москвы под вторым номером уходит на дистанцию. Поагрессивнее немножко начинает, старается накатом выходить из поворота для того, чтобы набирать скорость. Такая более выраженная угловая позиция, ну вот на этом мягком снеге, который, по крайней мере, отсюда, мне кажется, безусловно, хотелось бы это все видеть собственными глазами, пощупать собственными ногами, но из того, что видно здесь, на этом снеге, эта агрессивность может дать такой амбивалентный результат или дать хорошее время, или мы увидим, что это слишком жесткая манера ведения лыж. Да, серьезно улучшает секунды Супрун. 2,6 снимает. Немножко потеряла ритм. Хватило сил. Арина Протасовская из Беларуси уходит на трассу. Все это девочки-одногодки, ну, в зависимости от дня рождения, 15-16 лет, 2007 года. Чуть-чуть более аккуратно работает, старается идти помягче. России, к сожалению, не было возможности принимать участие на юниорском чемпионате мира, но юниорское первенство России в январе по ходу действия у нас будет возможность поговорить о результатах этого состязания. Дистанции для того, чтобы добиться чуть большей скорости через аэродинамику, встает в нижнюю позицию. И повыталкиваться. Тут можно было бы и повыше работать. 1:11:17. Почти 5 секунд отставания от Марии Лагузовой. 71, Дарья Герасина. Местная кузбасская горнолыжница. Ну и вот начинает выдавать такие классные выраженные угловые позиции для того, чтобы пораньше лыжа подцепилась носочком за снег. Старается распределить давление между двумя лыжами, чтобы на этой мягкой поверхности все-таки не склон Кубка мира, который залитый и вскопанный, готовились теми методами, которые были. Так вот, на этой мягкой поверхности добиваться как можно более мягкого скольжения. Но здесь у нее получается как раз чуть-чуть увеличить аэродинамику, но при этом выталкивается, выталкивается. Молодцом. 1:08:73. 2 секунды дефицита. Вот здесь она немножко припоздала в красный и дальнейший синий створ. Ну, хоть и недовольна собой, но с эмоциями будет возможность справиться в перерыве между попытками. Варвара Погудина из Республики Саха
Ну вот это уже абсолютный вызов для горнолыжницы. И снег, и статус соревнования, и трасса. Продолжать или как? К сожалению, не справляется с прежде всего с траекторией, попросту не умещается. Ну, сначала в этот красный створ, потом в синий. Да, подростки. Существа эмоциональные очень. Иной раз существенный разброс между тем, что подросток может сделать на тренировке, и тем, как он выступает здесь и сейчас во время соревновательного дня. Ксения Подлипчук, представляющая Башкортостан, в Уфе, в Белорецке очень сильная горнолыжная школа. Подскажите, номер 5, не финиш? Так, например, большая часть спортсменов, которые сейчас здесь выступают на Играх Азии, они с большим уважением относятся к календарному соревнованию, трофеи Людмилы Кедриной, замечательной горнолыжницы из Белорецка, которая многократно выигрывала чемпионат Советского Союза, была призером чемпионата Европы. Абсолютно фантастическая по своей стабильности и эффективности горнолыжница. Потом возглавляла горнолыжный парк Охта в питерском регионе. Это лишь один из флагманских атлетов Башкортостана. Ну что, посмотрим, как сейчас приготовилась к этому, может быть, не центральному турниру сезона. Все-таки конкурирует с первенством России это соревнование, но все равно очень-очень важное. Агрессивно начинает. Вы видите, что трасса действительно очень ритмичная. Склон тоже, как я уже отметила, идеально подходит для подростков. Такой сбалансированный по уклону, сбалансированный по профильным элементам. Здесь нет каких-то вызывающих по сложности слепых мест или резких смен профильного уклона. Так что трасса просматривается далеко, можно планировать свои движения. Итак, минута 06:10. У нас новый лидер. Валерия Гаврилова отправляется на дистанцию, представляет команду Киргизстана в Каракольском регионе. Сейчас там развивается горнолыжный курорт, он всегда там был, и даже в советские времена. И мы туда ездили тренироваться, и это был замечательный ледник для летней подготовки. Сейчас же он потихонечку отцивилизовывается. Ну и местные спортивные школы важно подкрепить методически для того, чтобы и ребятки там тоже росли эффективными атлетами. Пока мы видим такое очень добротное, вкрадчивое катание, что называется, на доработку, на финиш. Естественно, для того, чтобы работать на скоростях, чтобы получать вот это пресловутое резанное скольжение, ведь с биомеханической точки зрения что нужно? Нужно прогнуть лыжу, нужно поставить ее на кант, тогда получается чистая резанная дуга. Так, 1:22.92.
И только так лыжа удержится на этой дуге под воздействием центробежных сил. Так вот, чтобы иметь возможность так работать, нужен большой накат, нужна уже мышечная сила вполне себе существенная, соответственно, тренировочный объем требуется. Все это сводится к такому затратному тренировочному процессу, который не все центры подготовки могут обеспечить. Марьяна Бондарева выходит на дистанцию. Чистенько работает, невзирая на свою субтильность. Тут, что называется, техника сложилась. За счет нее она управляется с лыжами. Чистой силушки может не хватить. Но, смотрите, на чистоте она демонстрирует сейчас лучшие секунды. Результат Марьяны Бондаревой. Минута 0,5. 65-85. Time of beep number 8. 65.85. 5, 4. София Гусарова из Сибирского федерального округа отправляется на трассу. Ну вот здесь прямо выдающиеся технические характеристики, такая Джулия Манкузо в реинкарнации. Классная работа, хватает ей мышечной массы для того, чтобы и провести лыжу по дуге, и закончить поворот с ускорением. Очень неплохой действенный спуск, но вот здесь, похоже, подцепила древко. Или, ага, это палку просто уронила, на темляке она на запястье оставалась. У нас новый лидер. 47 сотых секунды она снимает со времени Марьяны Бондаревой. Пять, четыре, три, два, один. Софья Решетник сменяет ее на дистанцию. Также уральская спортсменка. Спокойно начинает, расталкивается. Ну, вот здесь, на более крутом отрезке, начинает уже более интенсивную работу. Девчонок сейчас внутрикомандная заруба. Мы видим, что и та, и другая очень хорошо выкатаны, очень уверены в себе. Решетник — победительница супергигантской гонки на прошедшем чемпионате России среди юниоров. Ну, такая своеобразная у нее техника. Опущенные ручки, открытый корпус. Посмотрим, как в супергиганте она будет выглядеть. Там все-таки нужно сочетание аэродинамики и мощи. 4 вида программы здесь на этом турнире будет задействовано: слалом, гигант и супергигант, командные соревнования. Секунды и 74 отставания от Софьи Гусаровой. Много. Ну, мы теперь знаем, за счет чего это отставание сформулировано. Александра Савенкова отправляется на трассу. Мощная, атлетичная спортсменка из Белоруссии. Аккуратненько начинает в закрытой стойке.
Ну и в слишком закрытые, потому что сейчас, когда она преодолела перегиб, прямо совсем клюнула плечами, передавила носочную часть лыжи, и носок прямо зарезался о свежий снег. Участница по номеру 11 Александра Цветкова не финишировала. Вот это вот гиперфронтальная позиция плечей заставила завалиться на внутреннюю ногу. К сожалению, прекратить в этой позиции тело поворот, переложиться на другую ногу было уже невозможно. Олеся Жукова. Вторая участница по номеру 12. Олеся Жукова, Дальневосточный федеральный округ. Очень сильная, я даже не знаю, команда, подразделение Дальневосточный федеральный округ. Это все-таки и Петропавловск, и Елизево, и южносахалинские спортсмены. Они очень серьезно относились к подготовке к этому турниру. У них был отбор в Южно-Сахалинске. У них был сбор целый двухнедельный, подчиненный именно интересам. Доводки формы к нужным кондициям. Там были лыжные тренировки и ОФП-тренировки. Ну и перед поездкой сюда, в Междуреченск, они как раз выступали на трофеи Кедрины и на чемпионате России. Секунду и 8 проигрывает Александра Савенкова Софье Гусаровой. Стартовала участница по номерам 13 Альбина Попок, Республика Саха и Якутия. Альбина Попок, представляющая Республику Саха, как и ее партнер по команде, здесь заявляется за тем, чтобы получить опыт, за тем, чтобы продемонстрировать, что и в столь далеком регионе нашей страны и горные лыжи тоже развиваются. Пока так. Мы с вами видим контрасты между исторически устоявшейся школой. Камчатка и Дальний Восток всегда были одним из эффективнейших центров горнолыжного спорта в Советском Союзе и в России. Сейчас это, если угодно, целая индустрия. Ну и есть регионы с только зарождающимися традициями горнолыжного спорта. Все-таки страна наша развивается неравномерно. Тенденции сейчас вот такие. Пятнадцать лет этой спортсменке. Финиширует с решением своей задачи просто отработать до старта и до финиша без грубых ошибок. 5, 4, 3, 2, 1. Софья Хамитова. 88-51. Представляет Башкортостан. Мягенько преодолевает перегиб. И здесь очень в рабочем ритме старается ехать по крутику. Ну что, все получилось. Она сохраняет рабочую траекторию. Не потеряла высокой линии. Софья Хамитова стала призером комбинационных соревнований в Белорецке. На своей домашней горе проходило первенство России 23-го года. Так что одна из самых сильных спортсменок Российской Федерации.
Ну, по крайней мере, в этом возрастном сегменте. Одна 0,8,16 и 2,74 проигрывает она Софии Гусаровой. Софии Хамитовой 68,16. Златослава Титко федеральского, из Уральского федерального округа. Преодолела перегиб, выходит на крутой отрезок дистанции. В хорошем балансе. Вроде как аккуратненько едет, но и агрессивности тоже старается добавлять, не засиживаться в конце поворота. Но это то, что ей еще предстоит отработать и выучить. То есть финальная точка поворота, как не блокировать лыжи, как наоборот их ускорять при перекладывании с одной ноги на другую. Ну, у подростков этот процесс складывания рабочей координации, он очень по-разному идет. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Мы знаем, что образчик гигантского слалома, наверное, это Тед Лигетти или Марсель Хиршер. И многие международные мальчишки и девчонки много просматривали видео в исполнении этих спортсменов. Другой разговор, если у тебя конституциональные характеристики такую технику на себе применять. Берем паузу. Ну что, лидирует Софья Гусарова. Меня абсолютно впечатлил ее спуск, невзирая на то, что это все-таки 15-16-летние девчонки, но такая уже совсем сложенная техника. Дальше, что называется, только в степенях ее можно умножать, а фундамент великолепный. Гонка продолжается, Арина Емелькина уходит на трассу. Местная горнолыжница. Кузбасский регион, он большой. Ну, безусловно, Междуреченск один из центральных. Одна из центральных школ этого региона. Но там есть еще и Новокузнецк, и Томск. Хватает физической силы для того, чтобы не потерять ритма до конца дистанции. Видите, небольшая травма колена есть. На правом колене брейс надет. Немножко теряет траекторию на финише. Но придираться к этому не стоит. Это, в общем-то, не грандиозные там 2 метра, а какие-то сантиметры. Больше 3 секунд она, тем не менее, проигрывает Софье Гусаровой.
59.18. Варвара Варич отправляется на дистанцию. Серебряный призер первенства России в гигантском слаломе. Посмотрим, как она сконцентрировалась на этот старт, то, что она к нему готова и физически, и технически, это и так понятно. Сейчас вопрос концентрации и, скорее, психологической готовности, собственно, ту отметку, которую задала Софья Гусарова. Для того, чтобы ей соответствовать, нужно пройти такой агрессивный, безошибочный спуск. Потеряла линию сейчас, но быстро вернулась на соревновательную траекторию, более оптимальную. Но все же быстрее было бы, если бы апекс поворота сместился на метр, как минимум полтора выше. С атлетизмом все в порядке. Но вот эта потеря линии все-таки стоила времени. 13 сотых секунды проигрывает Варич Софьи Гусаровой. Пока это второй результат. Альмина Ибрагимова из Киргизстана. Ну, не самое время здесь становиться в стойку скоростного спуска. Не это определяет скорости на гигантском слаломе, особенно на крутых отрезках дистанции. Здесь важно то, о чем я уже говорила. Именно такое резанное скольжение, которое достигается угловым положением корпуса. То есть как можно больше задавливать колено, соответственно, чтобы это обеспечивать, нужно откренивать корпус, нужно еще и небольшое вращение вокруг вертикальной оси, для того, чтобы была вот эта динамика продавливания лыжи от носка до пятки. Ну, может быть, вы скажете, дети соревнуются, о чем вы говорите, но это именно то, что в этом возрасте и встраивается в биомеханику горнолыжника, в его координационные привычки. Вот как пианист ставит кисть, так спортсмены в детстве должны поставить все эти основополагающие технические характеристики. То есть вот в этом возрасте то, что делает Гусарова и Варич, это уже должно быть абсолютно устоявшейся координационной моделью, по сути. Технику мы ставим значительно раньше, там 11, 12, 13 лет. 14, может быть. Дальше мы ее просто уже так дотачиваем. Больше 18 секунд проигрывает Альмина Ибрагимова. Арина Мокина, представляющая Уральский федеральный округ, сейчас на трассе. Отпускать уже лыжки можно здесь, потому что крутяк заканчивается. Здесь трасса выполаживается. Да, еще там целый такой траверс направо, этот кусок междуреченского склона. Он в детстве кажется каким-то нескончаемым. Ноги в этот момент уже горят. Уже на сплошной терпешке доезжаешь дистанцию. Ну а что делать? Такова реалия гигантского слалома. Поэтому мы и говорим о том, что мышечный корсет очень важен, особенно если ты делаешь ставку на гигант. Это, на мой взгляд, самая атлетичная дисциплина. Слалом все-таки он больше на ритм, больше на какую-то быструю динамичную координацию. Супергигант – это больше по радиусу повороты, где все-таки есть та фаза, где тело перекладывается с поворота в поворот и происходит разрядка, можно отдохнуть. А вот в гиганте все на контах, все подчинено набору скорости, и отдыхать тут
вот негде, поэтому закисление происходит очень быстро. Виктория Маликова из Москвы. Разделила третье место с Кирой Власовой в специальном слаломе на первенстве России. Зацепила сейчас древко, потеряла рукоятку палки. Ну, здорово, не растерялась, пыталась ее подхватить, не получилось. Тут уже просто встает в стойку. Видит, что это такая достаточно распространенная история у спортсменов. Секунду и семь она проигрывает. Напоминаю, что действующим лидером является Софья Гусарова. Участница под номером 20, Виктория Маликова, 67-12. 14-летняя Екатерина Позднякова. Местная кузбасская горнолыжница уходит на дистанцию. Так серьезно ее и готовили, и мобилизовывали перед этим спуском. Ох, потеряла она сейчас траекторию, начинает с запозданием работать. Очень специфическая техника, такая мягкая фаза перекладывания из поворота в поворот. Ну, наверное, когда обстоятельства складываются позитивно, и она на высокой дуге, это приносит хороший результат. Если вдруг она теряет вот эту рабочую высокую траекторию, то тогда это становится уже затратным стилем, не получается набирать скорости, наоборот, идут существенные потери. 3,5 секунды проигрывает Гусарова и Позднякова. Дарья Косолапова, медалистка первенство России в специальном слаломе. Напомню, в январе проходили эти, точнее, в феврале проходили эти соревнования в Белорецке. Ну и вот куда более расслабленное катание, она более уверенно себя чувствует, техника более автоматически сложена. Все это, конечно, отображает хороший устойчивый навык, насколько это возможно в нынешнем возрасте. Что я имею в виду, когда я говорю про высокую или запоздалую линию, траекторию? Ну, дело в том, что есть некий эталон. Да, у нас есть вот эта линия пересечения створа, и когда мы видим эталонное катание, то все, вот апекс поворота, то есть решающая сама силовая точка поворота, она должна как минимум сочетаться, синхронизироваться с этой линией пересечения. Ну, просто потому, что спортсмену нужно время для того, чтобы переложиться на другую лыжу, чтобы зацепиться за снег, начать новый поворот, да, иначе, если эта точка будет, вот силовая точка поворота, так называемый апекс, а если она будет сильно ниже, чем ниже эта точка от линии пересечения створа, тем больше воздействие центробежных сил на спортсмена, компрессионных сил, ему нужно больше тратить сил на окончание поворота, на начало нового. Ну и тем раньше он по дистанции устает, тем меньше сил у него остается на последней части трассы. Ну и кроме того,
вот этого экономичного скольжения, так, чтобы траектория была близко к флагу и... чтобы лыжи не становились поперек склона, в случае запоздалой траектории добиться не получается. Петрова финиширует почти с 5-секундным отставанием. Яна Полянская. 14. Выступает за Сибирский федеральный округ. Классная работа. Вот здесь ноги затыкаются на этом красном створе. В конце крутика здесь начинает выполаживаться перед заходом на следующий перегиб. Она встает в стойку. Ну что, в целом по динамике очень классный спуск. Да, было несколько потерь по траектории. Пятый результат. Секундное отставание от Софьи Гусаровой. Результат участницы под номером 24 Яны Самира Аматова. 66-43. Выступает за команду Киргизстана. Аматова, Киргизская республика. Ну вот так выглядит в ее исполнении вертикальная работа. Опять же, что такое вертикальная работа? Это точка начала следующего поворота, когда одна лыжа, ведущая лыжа разгружается и загружается. Лыжа, на которой пишут очередную дугу. Спокойно идет на доезд. Тяжко уже даются последние створы, последние метры дистанции. Ну, надеюсь, здесь есть система дублирующего хронометража, которая в случае сбоя основной системы все-таки подхватится и будет давать нам результаты. Софья Гончаренко сейчас на старте. Надеюсь, спокойно относятся к этим паузам. Работает ручной хронометраж. Сейчас отправим данные со старта и с финиша отправят. Да, конечно, хотелось бы, чтобы все шло штатно и гладко. Но когда ты по рации слышишь о том, что именно на тебе электронный хронометраж накрывается медным тазом и будут тебя фиксировать по ручному секундомеру, ну, это сразу запускает такую эмоциональную реакцию. Важно... от нее абстрагироваться.
сфокусироваться только на той работе, которую тебе предстоит сделать. Вот вы все слышите по аудиодорожке. Софья Гончаренко. Дальневосточный федеральный округ. Елена Литвинова работает с этой группой спортсменов. Ну и вот там как раз организован такой очень затратный рабочий процесс, комплексный, который включает в себя и лыжную подготовку, и вообще физическую. Стараются тренеры и понимать, что такое психология подростка, и как к нему лучше поступиться, и как лучше справляться с тренерами. В общем, только можно поаплодировать такой приверженности. Ритмично, добротно отпускает ли лыжки для того, чтобы добиться оптимального скольжения? Мой ответ – нет, но посмотрим сейчас по времени. Да, 1.08.89, 3,5 секунды отставания. Результат участницы под номером 26, Мария Пичугина из здешнего региона выходит на дистанцию. Здесь главное не бояться на максимальном градиенте склона, работать агрессивно, заранее обеспечивать высокую траекторию. Но, к сожалению, она настолько агрессивно перешла в атаку, что зацепила флаг и быстро слетая с дистанции. Надеюсь только, что плечо не травмировано. Забавно смотреть прямую трансляцию, видеть, как девочки смотрят эту же трансляцию по телефону, слышать свой же голос. Ну да, ладно, здорово, что Мария Пичугина встает, что она в добром здравии. Надеюсь, что от шока она быстро оправится. Соревнование только начинается. Впереди еще и слалом, и супер-джи, и командные состязания. Анна Худенко, представляющая Киргизстан. Высокая, способная к силовому катанию, но эту способность еще, безусловно, технически надо огранять. Опять же, всего этого мы желаем киргизской горнолыжной школе. Слава богу, горами страна не обделена, ну и методики сейчас тоже все известны. Тренерские кадры тоже подлежат тренировке и воспитанию. Так что мы живем в открытом мире, главное ставить задачи и их решать. Ну, так в своем ритме утюжит корс. Анна Худенко. Финиш 1.19,7 секунды. Проигрывает Софье Гусаровой достаточно много. Результат участницы под номером 28 Анны Худенко 79,70. Мария Мичелова из Башкортостана. Мария Мишелова, Республика Башкортостан.
Time of beep number 29. Beep number 28, 79.7. Beep number 29 is in Maria Шилова. Классный ритмотемп задает. На этом ритме она проходит весь крючок, пока не теряет траекторию. Чуть срывается конец поворота, но в целом... пока она держится хорошего балансированного спуска. Здесь на перегибе немножко вытеснили ее центробежные силы, но снова возвращается на экономичную траекторию. Классный спуск для подростка. 1.08.43 балла. Понятно, что все подростки-максималисты найдут к чему придраться, но за Оной себя нужно похвалить. Алика Аюпова из Москвы. На хороших углах работает, выталкивается в конце поворота. И это уже близко к лидерскому спуску, по крайней мере, по исполнению. Ну а дальше, как она выдержит вторую половину дистанции, как там тренер лыжки подготовил. Сегодня это тоже будет важно. Ох, вот здесь она теряется. Это закрытый створ. Там многих выбрасывает на запоздалую нижнюю траекторию, но стиль ее катания позволяет это все быстро купировать. Толкаться, 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 не засиживаться здесь. 1.08.77, 3.35 отставание от Софьи Гусаровой. Позитивный очень спуск. Ну да, я рада, что и она тоже довольна своим выступлением. Кристина Токаренко из Сибирского федерального округа. Мы видим, такая мышечно хорошо тренированная барышня. Ну а как технически на сегодняшний день она способна выложиться, что продемонстрировать? Вот это уже вопрос следующих 60 секунд. Бронзовый призер первенства России в супергиганте представляет Красноярск. В комбинации она тоже выиграла на белорецком чемпионате России среди юниоров. Вот так скорее спокойно начала этот курс. Вот сейчас усиливает атакующий импульс. Будет ли развитие этого импульса к финишу? Будет ли там максимальный силовой фактор? Посмотрим. Подвисает немножко в конце поворота. 1.08.50. Много проигрывает. 3 секунды Гусаровой. Софья Денисова. Уральская горнолыжница. Выходит на крутой отрезок. Ну и тут все правильно делает. И плечко внутреннее вперед выставляет, чтобы лыжа с носка подцепилась. Общих угловых положений, может быть, в степенях чуть-чуть не хватает. Но в целом именно наметки технические очень верные. Просто их важно довести до ума, до хорошего автоматизма. Старается помягче идти, чтобы на
уже начинающейся разбиваться трассе не терять времени на этом микрорельефе. Ну, эта мягкость тут вот, когда склон выполаживается, уже выходит боком, теряет она скорость, точнее так, она ее не может усиливать в конце поворота. 5 секунд отставания от Софьи Гусаровой. Фичапорн Типкерсорн из Таиланда. Совсем недавно мы с вами наблюдали за чемпионатом России, за чемпионатом мира, планетарным чемпионатом, и большущая когорта вот таких экзотических стран там была представлена, так что здорово заметить, что и резерв они тоже развивают. Утюжит право-лево. Здесь задача финишировать 2 попытки без крупных сбоев, без падений, просто затем, чтобы получить этот опыт, просто затем, чтобы получить формальное подтверждение, что задача отработана. Тут уже еще очень социальный опыт важен, предпринять вот это длиннющее путешествие из Таиланда на Кузбасс для того, чтобы оказаться вот в такой среде, в среде подростков, близких и по духу, и по профессии. Это так очень расширяет мировоззрение. 34 секунды отставания, и классно, что приветствуют овациями Софья Гусарова, Варвара Варич, Марьяна Бондарева пока лидируют в этом заезде. Первый заезд, словами гиганти у девушек, окончен. Возвращаемся на склоны горы Югус, что в Междуреченске, одна из исторически самых важных, самых старых площадок развития горнолыжного спорта в нашей стране. Безусловно, один из самых важных промышленных регионов нашей страны. Поддерживает, обеспечивает жизнеспособность этой школы, этого курорта. Курортом можно ли его назвать? Ну да, конечно, здесь какой-то уже набор трасс, 2 подъемника, гондола через реку,
построено, как вы видите. То есть не только спортивные, тренировочные, соревновательные активности здесь происходят. Безусловно, тут могут и оздоровляться, и получать эмоции и все жители Междуреченска. Ну, а мы сегодня встречаем вторые игры «Дети Азии» и горнолыжную операцию. Первый день посвящен гигантскому слалому. 40 человек, мужчин, подростков, точнее, до 16 лет в заявочном протоколе этого первого соревновательного дня. Всем удачи. Безусловно, нервозность есть. Наряду с первенством России это наверное, второй по важности турнир. Хотя, повторюсь, все-таки вот эти 15-16-летние подростки — это такие существа, которые на каждый старт собираются как в космос. Я же предупреждал. Достаточно обширный календарь детско-юношеских соревнований в нашей стране, слава богу, и в мире. Наверное, топовым турниром для подростков является пресловутый Трофео Тополино, такой неофициальный чемпионат мира для юниоров до 16 лет. Ну, я не очень, на самом деле, знаю, существует он или нет. Формально вообще этот турнир, он был в 50-х годах, в конце 50-х, там 57-й или 58-й годы, создан и проспонсирован Волтом Диснеем, корпорацией Диснея. И он включал в себя, ну, прежде всего, горные лыжи, а потом список дисциплин Трофео Тополино разросся до трех десятков. Там был и футбол, и хоккей, и теннис, и все на свете. И плавание. Но Дисней со временем потерял к этой миссии интерес. И с 2016 года, по крайней мере, формально и системно он отказался от этой спортивной серии, сославшись на то, что он может воздействовать на ключевую аудиторию, на подростков через другие каналы. О, боже мой, неужели соцсети? Ну вот, это очень, мне кажется, говорящая тенденция, когда в прошлой жизни мы лояльную аудиторию через спортивные активности мобилизовали, а сейчас через идиотизм интернетовский. Ну ладно, на смену одного формата приходит другой формат. Если закругляться в отношении Трофео Тополино, кубок мышки, то жаль, конечно, если он канет в лету, потому что совершенно фантастические горнолыжники из него вышли. Жерардели, и Бенни Райх, и Денис Карбон, Линдси Вон, Бит Фёйтс, и так далее. И Шифрин, и Лара Гуд с Хенриком Кристоферсоном. Кто нам мешает, возможно, со временем нечто похожее организовать для, ну, не знаю, для планетарной или спортивной аудитории, или для какой-то региональной, субконтинентальной аудитории. Бог ведает. Важно создать платформу, приверженно ее организовывать, холить или лелеять, да, вот свой садок, нужно за ним ухаживать. Делать все, что требуется для того, чтобы было хорошо и удобно. Там телетрансляции, оборот информации, соответственно, промо. И тогда люди будут подтягиваться. Итак, ребята начинают свое выступление на той же самой трассе, немножко в более разбитом виде она им сейчас предоставлена. Абдулзада Икрамидин из Таджикистана тоже зацепился за флаг, потерял рукоятку палки, сейчас возвращается.
привычное для себя состояние. Финиширует Даниил Иерусалимов. Его сменяет на дистанции. Стартовал участник под номером 102 Даниил Иерусалимов, Узбас. Результат участника под номером 101. Ну вот здесь уже скорости повыше, здесь уже техника послаженнее. Ну вот смотрите, насколько быстрее происходит смена ведущей лыжи, смена поворота, насколько в этот момент эффективно он работает по обеспечению высокой траектории. Пока у него получается ее держаться. Классная школа Междуреченска. Безусловно, за те многие лета, которые она существует, она открылась в 65-м году. Обучалась там в районе 300 детей. Отсюда выросли сильнейшие, известнейшие российские, советские горнолыжники. Насколько я помню, Сергей Майтаков, совершенно уникальный российский горнолыжник, он тоже отсюда. Третий номер этой гонки. Эдгар Бегларян, выступающий за команду Армения. Шестнадцать лет этому спортсмену. Или уже есть, или еще только будет. Такой достаточно легкий, миниатюрный спортсмен. Не знаю, станет ли гонщиком, или это его временное увлечение. Пока, да, с потерей высокого радиуса, но он все-таки продолжает работать на дистанции. Много чего не хватает, и силушек, и технической слаженности. Все-таки горнолыжный спорт, он почему такой дорогой, почему такой хорошо оплачиваемый? Потому что это супер многофакторная дисциплина. Здесь важен этот навык, который тренируется часами и часами, очень дорогостоящих тренировок. Ну, сами представьте, там, посчитайте смету часа тренировки в горах. Это канатка, это гостиницы, это лыжи. Технологический фактор тоже играет огромную роль. ОФП, безусловно, супер важная по уже озвученным причинам. Кирилл Новопашин, представляющий Уральский федеральный округ. Ну, опять же, мы видим совсем другое контрастное катание. Тоже уже скоростное, более атлетичное, чем у предыдущего лыжника. Чуть подвисает в конце поворота. По этому фактору наверняка уступит Даниилу Иерусалимову. Но мы видим, что в целом ребята справляются с нервами. Процент тех, кто не доехал, критически мал. Ну вот так гиперконтролирует свою стойку. С этим фактором нужно разбираться, потому что контроль настолько серьезный, что он блокирует скольжение. Если бы выпускал лыжки, то набор хода приносил бы большие плоды. Пока сейчас проигрывает 84 сотых Иерусалимову. Следующий участник Денис Конюхов, представляющий Киргизскую республику. Здорово, что сюда привезли такие полнокровные составы.
эти команды бывших союзных республик. Подзапаздывает немножко. Но импульс боевой, это видно. Вот здесь ключевой блок поворотов. Правый двойной, дальше закрытые красные. В порядке совершенно справляется с этой комбинацией. Ну и последняя предфинишная вытяжка, она поположе будет, но очень-очень рабочая. Здесь ни в коем случае нельзя подвисать пассивно, нужно расталкиваться. Результат участника под номером 105 Дениса Конюхова 78-67. Будем ориентироваться на информацию, поступающую с арены. Похоже, снова неполадки с хронометражом. Приветствуем Тимофея Кельдюшкина, выступающего за Башкортостан. Бронзовый призер первенства России в специальном слаломе. Ну да, уже небольшие ямы, небольшая колея, она видна. После девчонок она скорее такая запоздавшая. Сопротивляться ей уже становится трудно. Хочешь пораньше начать поворот, пораньше его закончить, а тут лыжи ловит эта яма и стягивает тебя туда. Поэтому спуск за спуском, эта задача будет становиться все труднее. Задача имеется в виду сохранение оптимальной высокой траектории. В хорошей комбинации атлет, и технический фактор присутствует, и сил хватает. Ну и вот на технике он пока выигрывает. Она 0,532. Александр Воробьев сменяет его на дистанции. Выступает за республику Саха. Ну, девочки этой команды были скорее аккуратницами. Он же добавляет агрессивности. Ну и, к сожалению, ловит его крутячок, заваливается на внутреннюю лыжу, падает, но быстро восстанавливается. Как-то так удачно по касательной это падение проходило, что он не потерял створа, быстро вернул себе палку и продолжает заезд. Молодец, боец! Конечно, очень трудно работать после таких сбоев. Там мысли роятся про то, а надо ли это, а не все ли потеряно. Вот я такой рассекой. При этом со стороны тела уже идут сигналы. Мы ужасно устали уже. Давай все это прекратим и сбросим. И тут, конечно, настойчивость, характер очень нужен, чтобы довести дело до конца. Наши овации. Молодец. Александра Воробьева, 78-04. Стартовал участник под номером 108. Булат Хаймурзин. Булат Хаймурзин из Республики Татарстан выходит на трассу. Немножко напряжен, но старается выкатываться, выталкиваться.
Все-таки напряжение взяло свое. На крутяке обычно так происходит. Все-таки это такой требовательный отрезок склона, где, да, нужно обеспечивать четкое сцепление лыжи со снегом. Миндальничать ни в коем случае нельзя, но и застревать в точке перекладывания из поворота в поворот тоже опасно. Ну и потом, когда идет вот это вот напряжение, страх ошибиться, человек начинает себя гипер-гипер контролировать, чтобы не допустить ошибку, то тогда, к сожалению, происходит самоблокировка движений. Они уже не могут складываться бесшовно. И вот такие затыки происходят. Ведь здесь, смотрите, он все видел, он глазками ушел к этому красному створу и корпусом подался уже туда. Вот ноги, они как будто бы ему не принадлежали, они как будто бы какую-то свою историю другую совсем проживали. Горнолыжники часто это описывают, что я хочу, чтобы ноги делали одно, но они делают совершенно другое. Это вот как раз следствие гиперконтроля, когда атлет очень нервничает и боится ошибиться. Следующий спортсмен на дистанции — Марк Степанян из Москвы. Я уже даже не упоминаю возрастов, потому что это 15-16-летние все спортсмены. Ну, коль скоро они у нас в едином зачете, в одной категории, то и смысла их дифференцировать особенно и нет. Московская команда стала серебряным призером первенства России в микстовых командных соревнованиях. Очень неплохо. Секунда 06.23. Меньше секунды он проигрывает. 5, 4, 3. Владислав Юревич, один из фаворитов этих соревнований на трассе, третий в гигантском слаломе, на первенстве России, чемпион России в специальном слаломе, представляет команду Красноярска. Ну и в составе смешанной команды он тоже получил золотые награды. Красноярцы выиграли этот командный зачет. Ну, смотрите, как ритмично, как сил ему хватает на удержание этого и ритма, и скорости. Здорово чувствует лыжу, то есть объемов тренировочных ему хватило. Опять, все время толкую про объемы, потому что подростки этого возраста, повторяю, они перегружены. У них спорт сочетается с учебой. 1:05.24, 8 соточек он снимает со времени Кельдюшкина. Тимур Царьков, еще один претендент. Вот тут прямо заруба пошла у уже известных друг другу соперников. Серебряный призер в слаломе чемпионата России. Выиграл он гигант. Выиграл комбинацию, так что с тремя медалями он уехал с первенства России, которое проводилось в Белорецке. Ну, не знаю, смотрел он или не смотрел работу предыдущего участника. Кто-то любит, кто-то нет этим заниматься. С запозданием в конце поворота движется по трассе. Такой немножко рассинхрон виден. В
Когда траектория настолько запоздала, все время ощущение, что трасса очень мала, как будто узкая, как будто не по размеру. 88 сотых в плюсе, четвертый результат. Никита Скуратович из белорусской команды отправляется на трассу. Хорошо разгоняется. Первые несколько поворотов и выход на крутой отрезок. Такая скорее слаломная, так, гожая для слалома техника используется им здесь, в гиганте. В гиганте нам, ну, не то чтобы нужно использовать чуть больше вертикальное движение, хотя бы укол палками более обозначенный, но это точно бы помогло. Мы вообще ни за какие догмы не топим, но мы все время ссылаемся на то, что биомеханика наша подруга, потому что она позволяет ехать быстрее. Ну, посмотрим, как он самовыразится на слаломе. Там это, вероятно, будет так накатисто, нажористо. Минута 08.09. 4 секунды отставания от времени Владислава Юревича. Результат участника под номером 112 Никиты Куратовича 69.15. Матвей Лисков, представляющий Дальневосточный округ. Начинает терять траекторию, пылит. Подняться бы ему по линии там на метр выше было бы очень круто, потому что мы видим сильный, тренированный спортсмен. Пока он вынужден форсированно с этим справляться, забрасывая лыжи в каждый новый поворот. И, конечно, это лишает его резаного скольжения и оптимальной скорости. Ну, вот здесь совсем его уже начинает вытягивать на снежную отработку, особенно в правом вираже. 0,6,79. Да, вот просто как будто бы поднять всю траекторию на метр-полтора выше, и цены бы ему не было. Никита Ивлев. Республика Саха. Ну, тут... И гонщик тяжелый, и ехать ему будет тяжеловато по этому убористому, весьма плотненькому гигантскому слалому. Разухарились и зрители, и все те, кто сопровождает это соревнование. Вы видите, что... Рефери здесь на склоне готовы включиться и приводить трассу в ее органическое состояние, потому что все-таки стандарт соревнований международный, и важно, чтобы трасса этому стандарту соответствовала. Молодец встает, и это дальше боевой дух. Сильная его черта, это точно. Повторюсь, я часто делаю те сноски, которые про самосознание, про психологию, как будто бы изнутри спортсмена, потому что часто мы, зрители, нам трудно экстраполировать
внешнее на внутреннее. Мы видим картинку, которая не соответствует стандарту, и мы начинаем как-то раздражаться на нее. Здесь очень важно увидеть, как ее чувствует, эту картинку, спортсмен изнутри, потому что ни один из атлетов не сачкует, не бракует, не шлагует специально. Мы все время исходим из того, что он делает свой доступный максимум, и если у него этого не получается, то тому были некие несчастные обстоятельства. Ну, например, он живет на территории, где просто методически или с точки зрения там обустройства инфраструктуры, невозможно создать нужного объема тренировочного или нужной структуры тренировок. То есть так, чтобы это была и сложная координация, лыжная подготовка, и общефизическая подготовка. Поэтому он демонстрирует то, что у него есть. Опять же, когда спортсмен падает или серьезно ошибается, для нас это выглядит часто комично или как-то противно, стыдно. С другой стороны, мы должны понимать, что если он дорабатывает задачу до конца, то на самом деле он перелезает через огромные внутренние мучения, ему это все очень тяжело дается. Соколов финиширует с неплохим результатом. На трассе участник под номером 116 Роман Нарчуганов, Сибирский федеральный округ. Роман Нарчуганов – один из плеяды сегодняшних крупных фаворитов, призер первенства России. Уже, к сожалению, дважды ошибается. Вот это то, о чем я толкую. Ну, смотрите, парень выиграл несколько медалей первенства России. Он был вторым в гиганте, он был вторым в супер-G, он был вторым в комбинации. То есть мы понимаем, что физически, технически он вполне себе готов. Но вот от большого стремления он допустил ошибку, потому что телом управляться не просто, когда ты нервничаешь, когда ты боишься ошибиться. И дальше продолжать работать по дистанции, когда у тебя уже вспыхнула эта стресс-реакция, втройне трудно. И мы это должны понимать. И это лишь фактор дополнительной позитивной оценки в отношении спортсмена, что, невзирая на все это, он все-таки довозит себя до финиша и борется до конца. Ну что, Роме Нарчуганову мы желаем скорейшего восстановления, прежде всего морального, потому что у него еще будет супергигант, у него еще будет и командные состязания, не знаю, заявятся Славы или нет, но так или иначе, пускай он верит, что шансы на медали на вторых играх Азии, они в его руках, и все у него есть для того, чтобы эти шансы реализовать. Махмадраджаб Голиков из Таджикистана. Хочется подбадривать и подталкивать. Хороший финиш. 1:23,22. Ну что, с почином. 118 на старт. Артем Шеликов. Кузбасский гонщик. 83-22. Time of beat number 117.
Спокойно начинают, ну а вот здесь на крутике, на своем домашнем склоне, он уже, что называется, раскручивается и ускоряется. Все, уже вошел в более агрессивный ритм, атакует дистанцию. Ну, с одной стороны, старается сделать так, чтобы траектория была как можно короче, идти ближе к флагу. Но периодически он слишком близок и цепляется за флаг. Это так, мягко говоря, не помогает ему сохранить стабильную стойку. Накатом, накатом. Здесь нужно ускоряться в конце поворота. Ножки позволяют. 1:05:06:54. Секунду и 30 он проигрывает Владу Юревичу. Кирилл Борисевич из Белоруссии чуть-чуть нерешительно заходит на трассу. Таким двойным поворотом красный-правый пишет. Ну, опять здесь важно уже не допускать сантиментов, а подходить к прагматичной работе. Полный фокус на трассе, на скольжении. Оставлять эмоции позади. Ой-ой-ой. Ох, затянул правую дугу, стащила его на снежную отработку. Лыжа зарезалась, к сожалению. Заваливается внутрь, сходит с дистанции. Ну что, продышаться, отстрадать, и завтра будет новый день. Снова соревноваться, так мы и набираемся опыта. Ну, лично я очень жестко отношусь к той тренерской, родительской концепции, когда за ошибки обвиняют и ругают в риторике. О, боже мой, был такой шанс, ну как же так? Нам все-таки важно даже такие соревнования, как эти, да будь они Олимпийскими играми юношескими, все-таки воспринимать так, какими они являются. Это лишь маленькая ступенечка развития. И в любом развитии ошибки обязательны. Обязательны. Сергей Колесников из Республики Башкортостан выходит на трассу. Колесников был призером первенства России в комбинации. Но, к сожалению, сейчас, опять же, вот это излишнее стремление, излишняя агрессия здесь, на этом снеге, уже под разбитой трассе, сыграла вот такую злую шутку. Карим Фазулин сменяет его на дистанции. Выступает за команду Татарстана этот 15-летний спортсмен. Аккуратненько едет в низкой стойке. Ну, возможность так ехать обеспечивается только медленными ходами, потому что если бы чуть-чуть нарастить, то, конечно, без вертикальной работы было бы невозможно переложиться с лыжи на лыжу. Мы видим, что это вертикальная работа, она практически отсутствует. Вот он как замер в этой низкой стойке, так и от старта до финиша рулит. С одной стороны, это обеспечивает аэродинамику. Возможно, в Супер-Джи это будет более эффективной тактикой. Ну, здесь, в гиганте, повторяю, дисциплина силовая, поэтому нам надо использовать все ресурсы биомеханики, все ресурсы лыжи, которые она содержит в своей конструкции, чтобы наращивать скорость.
2, 1. Игиз Байбасунов, представляющий Кыргызстан. Ну, вот так, как отличник, работает, старается держаться раннего поворота. Пока получается, шанс того, что это получится и дальше, увеличивается по мере прохождения этого отрезка с повышенным градиентом. А там уж будет вопрос, насколько ножек хватит, насколько он тренирован. Я как-то прервала свою реплику о том, что мы все время отталкиваемся от того, что спортсмену должно хватать навыков, а навыки – это производные объемов. И у подростков этого возраста эти объемы – это всегда болевой момент, потому что мы один раз посчитали со спортсменом, сколько он занят в течение суток, вот сколько часов он находится в какой-то продуктивной деятельности, в жизнеобеспечительной деятельности. Туда входит школа, уроки, там какие-то английские, репетиторы, горные лыжи, ОФП, сон, еда, восстановление. Да, и у нас в сутках набралось 37 часов. Поэтому тут, да, очень важно, конечно, понимать, что и спорт важен, и учеба важна, но все-таки родителям и тренерам важно отдавать отчет, что в сутках 24 часа и какой-то более реалистичный баланс должен быть. Максим Ураков, представляющий Уральский округ. Старается работать надежно, на чистоту, проходит двойной. И вот опять вот из этого удлиненного правого многим... Ой-ой-ой, как больно-больно. Ой, многие застревают в этом длинном повороте, и не получается быстро переложиться в следующий левый. Особенно, если вдруг они потеряли траекторию, их вынесло на бруствер. Ну, вот это вот уже развязка, на самом деле. Причины – это ошибки где-то в 8 метрах выше. Ох, очень сочувствую. Трасса готова. Принято, трасса свободна, на старте 124. Алексей Триш 5, 4, 3, 2, 1. Уходит на трассу. Ну и мы с вами поправку технического задания сейчас должны сделать, потому что ну, наступает вот эта вот реальность пресловутых региональных соревнований. Потому что не только в России проходят соревнования, где стартовый список там 50 человек плюс, ну и, собственно, вся Европа, весь мир. Естественно, в этой реальности существует, и поздним номерам надо уметь не только ехать технически эффективно, не только иметь силу для того, чтобы завершить трассу, невзирая на все возникающие препятствия, но и уметь еще быстро перестраивать технику, то есть как-то гибко добавлять одно, убирать другое. Может быть, сейчас конкретно нужно снизить агрессивность скольжения, особенно на крутых участках, где уже колея более выражена, и добавить чуть большей плавности, чуть больше округлости в поворот, то есть то, что называется таким весенним катанием по брустверочкам. В гиганте это, конечно, трудно сделать, но
Опыт – сын ошибок трудных. Вот почему важно работать, соревноваться, не бояться этого, доезжать трассы до конца. Ведь что сейчас происходит? Когда тренеры и родители очень критичны и за каждую ошибку ругают, то они как раз препятствуют у спортсмена развитию вот этой характеристики. Я доезжаю трассу до конца, в каком бы виде она ни была, и как бы я ее ни ехал. Потому что спортсмен начинает бояться огрести вот эту критику после финиша. А между тем, это то, о чем мы говорили еще во время чемпионата мира, ведь как воспитывали Микаэлу Шифрин, именно вот по этой метрике, по этой характеристике, развивая именно эту способность, доезжать любую трассу близко к соревновательному режиму, невзирая на то, что там на этой трассе творится, какой там мордоворот на ней, и невзирая на то, сколько ошибок ты допустил. И вот так набирать километраж. Никита Богачев проигрывает 2,5 секунды. Олег Семенов очень активно, решительно расталкивается. То есть мы понимаем, что запал абсолютно победный, агрессивный. Но вот тут важно все-таки иметь в виду выше мною сказанное. Надеюсь, что тренер дал подсказочку. Ну, опять, я не отношусь к себе как к истине последней инстанции, но вот, к сожалению, здесь, похоже, эта оценка была реалистичной, потому что ровно на середине крутяка, то есть там, где градиент максимальный, вот на этих ямах, откуда берутся ямы? От того, что именно здесь спортсмены контуются сильнее всего, соответственно, склон изрывается сильнее всего, ямы глубже всего. И вот тут уже нужно быстренько перегруппироваться и выдавать чуть более мягкое катание. Семенов шел также прямолинейно, также агрессивно, конечно, честь ему и хвала за этот импульс, за это намерение. Но, к сожалению, пока мы только доберемся до ранних стартовых номеров, до высоких мест в рейтингах, нам нужно помариноваться вот в таких условиях, поучиться на тяжелом опыте. Тут в помощь суворовское высказывание. Тяжело в учении, легко в бою. И опять же, этот процесс абсолютно должен поддерживаться и тренерами, и родителями. Понимание, что не получится у нас хорошего, пластичного, адаптируемого спортсмена, который, если его за любой опыт критиковать, а как он этому всему научится? Он не должен бояться ошибиться. Глеб Красильников, представляющий Республику Саха. Аккуратно и спокойно движется по дистанции. Собственно, аккуратность и округлость – это его сейчас фундаментальные характеристики. Он может полностью капитализировать на них. Вот он, вы видите, старается идти по наиболее беспроблемной линии. Та линия, которая выбита наименьше всего. Ну и молодец, на этой скорости у него это получается. Встает в более компактную позицию. Ну и вот опять, смотрите, у каждого атлета внутри встроена задача. Задача отработать на максимуме. Никто и никогда не ошибается специально. И это должно для взрослых быть
аргументом и таким постоянным гвоздем в мозгу, напоминающим о том, что нельзя ругать спортсмена за то, что он сделал что-то не так. Да, сели спокойно, посмотрели видеоповтор, перепрошили, поняли, в чем была ошибка, повторили, как бы было правильно сделать, многократно повторили для того, чтобы сформировалась идеомоторная модель. Собственно, так и происходит тренировочный процесс. Нельзя допускать негативные реакции. Только вот такая рабочая, конструктивная, анализ, идентификация ошибки и многократная визуализация, а как надо было. Матвей Суменков сейчас на дистанции, представитель дальневосточной школы. 2.16 отставание от действующего лидера Влада Юревича. Иван Шадрин. Представляет Республику Башкортостан. Ну, так вот, как по рельсам идет по дистанции на параллельных лыжах. На крутичке это будет для него проблемно. Вот в эти синие он уже с запозданием вмещается. Да, он остался на трассе, но высокую траекторию потерял. Надеюсь, что быстро восстановится на этом отрезке склона, который поположе. Но здесь его еще ниже подсаживает после вот этого двойного правого. По широкой траектории заходит на следующий левый, конечно. Здорово, что не ошибся, не упал, но траектория нарушена. Ну вот здесь, при заходе на предфинишный кусок, где совсем выполаживается, скорость лучше не терять. Секунды и 19, восьмой результат. Ну что, в топ-десятке, по-моему, очень позитивно. Опять же, если проанализировать, где были вот эти сбои по траектории, и все скомпоновать во второй удачный спуск, то может получиться очень эффективная компенсирующая вторая попытка. Стартовал участник под номером 130 Азам Худжа Атахуджа. Азам Худжа Атахуджа, представляющий команду Таджикистана. Подзапаздывает немножко, но все-таки хода небольшие, и надежность, безопасность на этой скорости у него получается обеспечить. Цепляется за флаг, но крепко держит рукоятку палки. Здорово, что не потерял. Это сейчас вот перчаточки, а в бытность, пока ваш комментатор выступал на Югосе, это были кроличьи варежки. В январе тут минус тридцатничек. Там вот в кроличьей варежке уже не поймать палку. К сожалению, снова цепляет флаг, и это уже становится более критичным, потому что разворачивает весь корпус внутрь, его на свежем снеге раскручивает, и он падает, но в боевом запале все-таки заканчивает дистанцию. 1.34.88. Точно достоин оваций зрителей. Результат участника под номером 130 Адам Худжи Атахурджи 94.88. Time of lead number 130 is 94.88.
Влад Юревич, 1:05:24. Он лидер. Тимофей Кильдюшкин, Даниил... не успела прочитать фамилию владельца третьего текущего результата. Найду его в стартовом протоколе. Озвучу. Но все это соперники друг другу известные. Мы с ними только-только знакомимся. И следующие три дня они будут в фокусе нашего внимания. Нередко у нас, точнее, не часто у нас такой гостинец в эфире. Последний раз, по-моему, юниорский чемпионат мира мы где-то в 2017 или 2018 году показывали на эфирах Матч ТВ. Ну, остается 10 спортсменов в стартовом протоколе. И сейчас Егор Харьков, москвич, работает на второй половине дистанции. Снова вот эта вот связка, длинный правый и заход резкий в левый, сбила его с выгодной траектории. Но не обескуражила, возвращается на дистанцию. Стащила снова на 1,5 метра вниз. 1:06:35. Седьмой результат. Здорово. На старт. 5, 4, 3, 2. Борис 1. Залмалдинов из Башкирии. Школа очень статусная. Естественно, требования к региональной команде очень высокие. Поэтому здесь две задачи в одном. С одной стороны, выиграть медали именно на этом турнире. С другой стороны, и выиграть внутреннюю конкуренцию. Это всегда для детей, подростков. Да и для взрослых атлетов очень важно. Часто читаешь интервью спортсменов основных составов кубков мира, чемпионатов мира. И там часто звучит фраза: да, в целом не получилось, но зато я был лучшим из своей французской команды. Спокойно дорабатывает первую половину. Ну вот здесь уже выкат, где нужно идти очень экономично. И желательно, конечно, аэродинамику добавить, но и не замирать в конце поворота. Ускоряться, ускоряться, ускоряться. 1:06:85. 13-й результат. Александр Воротников уходит на трассу. Павел Воротников, простите, представитель Москвы. Стаскивает его на нижний радиус. Пока он этому сопротивляется. Здесь ручки уходят назад. Нет, держать фронтальную позицию – это очень важно. Не подвисать в конце поворота. Он такой мелкий, юркий и очень динамичный гонщик. В хорошем смысле юркий. Марсель Хиршер тоже никогда не считался тяжелым атлетичным гонщиком. И объективно на пологих трассах он проигрывал за счет своей миниатюрности, но зато полностью капитализировал на крутых и ледяных отрезках. Ну, желаем ровно такого развития карьеры московскому горнолыжнику. 9-й результат. Здорово, такие умеющие все гонщики в конце стартового протокола. Михаил Новосельцев из Сибирского федерального округа. Очень академичная работа здесь, на верхнем отрезке.
Beep number 134 is on course. Ну вот только хотела отметить такое классное сочетание. Смотрите, прочная постановка кора, то есть корпуса, и классные совершенно угловые позиции, которые свидетельствуют о том, что он и тренирован хорошо физически, что накат у него есть. То есть технику ставили достаточно грамотно. Ну да, не без издержек, но в общих чертах мы видим, что правильному учили. Опять же, весь вопрос. В условиях, приближенных к состязательным. Ну и смотрите, опять же, скорость реакции. Да, потерял траекторию, завалился внутрь, но на автомате так быстро переложился в следующий поворот, что это помогло ему выправиться. Так что овации и ему, и его тренеру, ну и, конечно, методисту горнолыжной школы. Артем Гориславский, дальневосточный спортсмен, работает на дистанции. Четко совершенно идет, очень близко к флагу, на классной траектории. И вот в этом хорошем балансе и агрессивности, и частоты скольжения у него как раз получается не затаскиваться, не стягиваться в бруствер, а заканчивать свой поворот, ну, я не знаю, там за 20 сантиметров до того, как его в этот бруствер утянет. Поэтому это будет точно хорошее время, мы по динамике спуска видим. Выталкивается, даже несмотря на то, что в низкой стойке. 1:05:48. Нет, ну это... это аберрация. 46:63 не может быть таким отставанием. Сейчас нужно смотреть хронометраж. Вот то, что он четвертый, вот это больше похоже на правду. Просто важно понять, сколько он проигрывает по времени, потому что это будет играть роль во второй попытке. Никита, Глеб Шустов, кузбасский горнолыжник на трассе. И, опять же, мы вправе ожидать такого хорошего наученного катания. Может быть, не сверхзрелого, этого вот подростков требовать еще невозможно. Но мы видим, что фундамент есть. Да, здесь свои собственные персональные черты, конечно, больше проглядываются, чем у Юревича и у Гориславского. Ну, собственно, в этом и состоит процесс огранки, когда мы... Безусловно, мы все рождаемся с какими-то, не знаю, своими двигательными паттернами, да, и с течением жизни эти паттерны все больше и больше заучиваются, создавая нашу моторную индивидуальность. В том и состоит искусство спортивной тренировки, чтобы как-то модифицировать эти индивидуальные паттерны спортсмена, к наиболее подвести намного ближе к наиболее эффективной биомеханике, которая позволяет добывать лучших результатов. Опять же, апеллирую к Хиршеру. У него же ведь такие очень специфические моторные характеристики были, особенно в детстве. Если вы посмотрите его фотографии, посмотрите его ранние видео с турниров 14, 13, 12 лет, как раз когда его отовсюду погнали из австрийской системы подготовки, то вы там увидите, что это действительно очень аутентично, мягко говоря. Но это мы так, я так это называю, а тренеры, конечно, ругались, бронились, называли это просто окорячением и непрофессионализмом, поэтому никто не хотел особенно работать, кроме собственного
отца. Ну и отец сумел как раз вплести, вот в эти индивидуальные двигательные паттерны то, что называется правильной, эффективной биомеханикой, и поэтому получился такой сверхэффективный атлет, который в итоге выиграл 7 подряд кубков мира, и процент его попадания на подиумы Кубка мира выше 50. То есть... Я часто привожу этот пример. Да, это же, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, очень про классную педагогическую методику. Как сделать из спортсмена, которого назвали профнепригодным, флагмана профессионального цеха. Финиширует Никита Авдеев, 1:47 и 20. Молодцом, выполнил свою задачку. 5, 4, 3. Иван Никитин. Уральский федеральный округ. Явно нацелен работать поживее, поактивнее. Начинает выталкиваться. Ну, такая проактивная позиция. Крутые трассы это любят. К крутым трассам нельзя относиться подчиненно, точнее. На них нужно заходить в подчинительном настроении. То есть действовать заранее, достаточно агрессивно, а не реактивно. Только тогда можно удержать раннюю траекторию. Только тогда на более высоких скоростях лыжа с удовольствием сгибается, обеспечивает нам резаное скольжение и устойчивость. Собственно, да, нам страшно на более высоких скоростях работать, но мы получаем и компенсацию за это, более устойчивую позицию лыж. 3:32, пока это 19-й результат. Ну и такое внутреннее удовлетворение должно быть от этого спуска, потому что классно, безошибочно, спонтанно. Обычно ведь спортсмен о чем плюется-то в конце спуска? О том, что не получилось, тело не выдало то, что он от него хотел. А вот здесь уверенно было ощущение, что тело все сделало, как и атлет ему ставил задачу, и правда удалось обеспечить чистое скольжение без крупных ошибок. Хампуксон из Таиланда, к сожалению, бодро начинает спуск, но крутяк его подхватил, наказал и выбил из борьбы. Да, он потерял траекторию, его выбило на бруствер. Он, конечно, попытался побороться, но уже совсем в такой в разбалансированной стойке подъехал к этому красному флагу и зацепил за него рукой. Да, беда, беда, огорчение. Ну и... Заключительный гонщик Патарапол Сегденг из Таиланда. Повидавший, что случилось, приключилось с его товарищем, он уже старается дуть на воду, работать более осмотрительно, более надежно. Цепляет флаг, не беда, в полной концентрации, старается всеми силами удерживаться во фронтальной стойке. Да, на самом деле, если добавить переднюю позицию рук, если чуть-чуть добавить выталкивание в конце поворота, то цены бы ему не было. Тогда это будет каша из топора уже.
Молодцом, браво! 1:21:29. Позитивные эмоции. Вот они здесь и у него, и у зрителей. Подводим итоги первой попытки у ребят. Результат участника под номером 140. Владислав Юревич лидирует, Тимофей Килдюшкин на второй позиции. 0,08 секунды всего проигрывает. Артем Гориславский на 0,24 отстает. Так что у нас вторая попытка будет горячая, зарубистая. Ждем. В 9:30 по Москве женщины выходят на старт. Закончился первый заезд. Внимание, окончен первый заезд в слаломе гиганте. У юношей идет перестановка трассы для второго заезда. Постановщик второй трассы Иван Казаков, Москва. First run has been finished. We're waiting for the second run, and the course setter is Казаков Иван. По предварительным результатам в первом заезде у девушек лучшее время на трассе показала София Гусарова, Сибирский федеральный округ. Второй результат — Варвара Варич, Москва. Третий результат — Марьяна Бондарева, Дальневосточный федеральный округ. Четвертый — Ксения Подлепчук, Башкортостан. Пятая — Яна Полянская, Сибирский федеральный округ. Результаты предварительные. Preliminary result, ladies jet slalom. Number one. Number one, Gusarova Sofia. Number two, Varvich Varvara. Number three, Bondareva Mariana. Number four, Podlepchuk Ksenia. Number five, Polyanskaya Yana. Yeah.
там как бы все для работы на соревнованиях у нас дома с контролером. Есть такая должность. Они кто-то не обслуживали с волонтером. Вот это чехла, где он сейчас стоит, обычно стоят контролеры. Нет у тебя консультации, ну друг другу иди во вход, там там вот где расставляют специально по каким-то пунктам, да, по точкам. Тут могут пройти только вот эти, а тут вот только вот эти, а тут только вот эти, никто другой. И мы контролируем, никого стороннего не пускают. А его что там поставили? Не пропустили. Ну, конечно, зрители он не пропустит. Ну, это нам. А, не филантик забор. У нас, если на международном этапе Кубка мира, по-моему, или на этом... Поймали там где-то за 3 метра до пьедестала, короче, оттащили. На всю страну показывает. Один-единственный вышел. Чего тебе надо? Не надо показать мне. У нас там такой разнос. Понятно, во-первых, кто-то приказал эту кубку. Да, кто-то дал кубку, то есть волонтеров трясли. Потом контролеров, какого хрена вы стоите, все породяли, что это соревнование закончится, вы не знаете, что это будет. Сидите все на местах, контролировать все равно надо. Ну вот, видимо, тоже подумали, что раз гонок уже нет, только просто точно церемония идет, что можно, нет, там уже прям наблюдение надо, то можно как бы немножко расслабиться. Видишь, еще всякие разные. Я не помню, кто там у нас. Меня как раз заперли в доме с випами. Хочешь показывать випам, как им по лестницам ходить, ага? Целыми днями там матерки слушают. Причем самое главное, випы, они спокойны. Конечно, конечно. А там получается, на лифте, если на третий этаж приедешь, там долго идти по нему. А если по лестнице, ты выходишь прямо вот туда, куда тебе надо. И они поэтому и запускали их по лестнице. И випы сказали, конечно, конечно, раз написано, мы идем. Но сопровождающего будет на говно идет. Чего ты тут из себя строишь? Вот я веду такого-то человека, я все понимаю, но вы видите же написано, что для них будет, да. Поэтому говорю, я предлагаю вам будет сюда прийти. Вот, я завтра позвоню своему начальнику, я буду звонить на родителей. Я говорю, чем больше вы на меня жалуетесь, значит, тем лучше я работаю. Придумывают этого, а потом сами же нарушают, что и нас зацепляют. И мне вот все время все. Я так взяла. А я хотела постоять, у меня обычно зона.